Дополнительную спецтехнику дадут Спасску Дальнему для ликвидации ЧС. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяка во время рабочей поездки в муниципалитет. Спасск Дальний и село Спасское вошли в число территорий, пострадавших от наводнения. Из-за сильных дождей и тайфунов значительно поднялся уровень воды в реках Спасовка и Кулешовка. Но мы сейчас здесь тоже передаем много техники Спасске, Спасский район. Сейчас проедем, посмотрим, как нам делать воду по Кулешовке, по Спасской. Вот, если, да, по Спасовке, как проводить все эти работы с тем, чтобы уже сейчас в зиму начать работать, с тем, чтобы минимизировать такие последствия. Губернатор подчеркнул, что в январе пройдут торги по закупке техники для расчистки русел рек и создания в муниципалитетах опорных пунктов. Ранее инициативу Олега Кожемяка по передаче соответствующих полномочий на уровень регионов поддержал президент России Владимир Путин. Этой осенью в Госдуме рассмотрят соответствующие изменения в федеральное законодательство.